Добрый вечер. Добро пожаловать на наш благотворительный марафон. Наш телемарафон мы проводим разом с Могилевским областным отделением Белорусского детячего фонда при поддержке АБВ-конкама. Это наша агульная традиция на передодні святов допомогчи детям, яким вельми потребна подтримка громадства. От новогодних подарунков до махчимости жить, дыхать и усмехаться. Доброта – это то, что видит слепой и слышит глухой. Эта фраза очень хорошая. Сегодня у нас есть возможность показать всем, что мы можем творить добро, что это очень легко. Сегодня десятки гостей в студии, десятки сюжетов, десятки добрых дел. Бочонки с медом, велосипеды, деньги – все вместе, всей областью. Наверное, в этом и есть смысл телевидения в преддверии Нового года. Мы, телевизийщики, своим доброчинным живым эфиром так само робим унесок у одну великую добрую справу. Тому что разумеем, мы, звычайные люди, маем многое из того, про что иншие только марать. И это найперш дотычится здоровья. Для того, чтобы поверить в добро, надо это добро делать самому. Вот для этого мы подключились к Белорусскому детскому фонду, к телемарафону, который уже идет месяц, своей маленькой капелькой добра, чтобы деткам, которые нуждаются в опеке, в помощи, стало веселее, лучше и легче жить. У нашей студии добрые и небыяковые люди, которые робят ахвирование и подарунки. А так само и те, кому эти подарунки призначаются. У телемарафоне берут удел громадские организации, предприемства, просто жихары Могилевской области, которые переличивают гроши на доброчинный разликовый рахунок. Все лето сделать это, до речи, вельми просто, когда у вас мобильный МТС, короткий номер и так само номер на стационарном телефоне. Добрыня дае поспех у любой справе. Гэта кажуть и великие мысливцы, гэта и народная мудрость. Знайдите несколько хвилин, каб зателефоновать и дослать гроши на доброчинный рахунок. С большой надеждой и верой в то, что в Могилевской области живут действительно добрые люди. И надеюсь на то, что большое количество людей откликнутся на наш призыв и примут участие в марафоне. Усім на каляды и Новый год хочется светла и цуда. Давай мы подарим это усім детям. Илона Иванова, Юра Власцов, новини региона.